Итак, смотрите, что произошло. Вот я набрала, вот я иду уже, делали поворотик. Вот здесь вот у нас такая вот оригинальная бусина тут в центре. И дальше нам нужно сделать так же, как мы сделали, так же, как я сделала здесь 5 наборов. И смотрите, как здесь я считала. Смотрите, как считала. 2, 1. Вот тут 2, 1. Отсюда мы считаем наоборот. Вот одна бусина, которая была на развороте. Мы делали 1, 2, 3 и 1. Вот это начинает уже следующий этап, только наоборот. 1, 2, 1, 2. Видите, как тут? 2. Вот тут 2, 1, 2, 1. А в обратную сторону вот идет 1, 2, 1, 2. Итак, 5 наборов. Отсюда 1, 2, 3, 4, 5. Но нам нужна бусина, и значит, мы ее уже меняем на 8. Дальше мы идем уже бусинами 8. И таких звеньев, как у нас вот здесь было, набираем 9 наборов. Вот у нас 2 большие. А одна бусина, которую мы продеваем туда-сюда, уже будет другого размера. 8. Итак, да, получается наоборот. Еще разочек. Вот здесь 2 бусины, 1, 2, 1. А отсюда мы идем наоборот. 1, 2, 1, 2. Вот тут у нас 2, и 1 будет уже другого размера. Бусина. Бусина другого размера. Я думала, что я взяла 2,5, и мне будет немножечко длинновато, но пока как бы ничего. Вот бусину 1, эту бусину в обратную сторону. Вот мы ее закрепляем. Мы ее подтягиваем. Все, да. Вот она здесь закрепится сейчас. И уже будет переход других бусин другого размера. Вот. И начинаем уже плести уже другого размера. Итак, вот таких бусинок 8 мы делаем тоже 9 звеньев. Итак, вот я сделала сколько вот у нас 5-9 сегментов по 8 бусинок 8. Вот отсюда мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше мы откладываем 8 и берем 6 и опять маленькую бусину. То есть мы идем все в обратном порядке. Заканчиваем сегменты наоборот, уже бусины другого размера. Вот продели, вот продели. Теперь другой лесочкой назад. Ну, ребят, я первый раз делаю, поэтому, может быть, где-то руки не совсем приспособлены были. Ну вот, все, затягивай. Да, украшения я делаю первый раз. Я его никогда раньше не делала. Вот, даже блестящая такая штучка будет, такая блестит. Вот. Итак, дальше мы плетем. Итак, 5 больших. 9 сегментов, 8, десятка, 8, и дальше делаем опять-таки 5 сегментов, уже 6. Итак, работа над колье уже практически подходит к концу.
Вот. Сделала я тут 5 на 10 звеньев, 9 на 8 и 7 на 6. Опять считаем мы отсюда вот 1 бусина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. И теперь мне нужно тут вот закруглить, вот так как здесь. Значит, я беру бисерину и вот, вот у меня тут бисеринка и бусины 1, 2, 3, 4, 5. Вот бисер и бусины. Ну что, и так все плетение закончено. Все. Осталось только, вот она уже почти готова, осталось только здесь одеть замочек. Вот у нас здесь уже петелечка есть. Здесь тоже одеть петелечку и замочек. Вот такой вот ключ. Достану сейчас. И вот такая штучка у меня есть. То есть будет сзади цепочка еще. Такой утяжелитель называется. Цепочка вот с бусинами будет, такой утяжелитель сзади. Я вот уже покажу. Вот у нас, вот у меня гвоздики из этих гвоздиков я сделаю, а надо было еще поскольку сделаю крючок. Вот цепочка, вот все из гвоздики я сделаю крючок. И все будет красивенько. Насыплю бусину сюда, и будет красивенько. Ну все, уже на финале. Что я сейчас делаю? Я вот беру колечко. Вот у меня здесь. Оно немножечко... Вот мне нужно его чуть-чуть подтянуть, чтобы не было дырочки. Поджижать. Вот так. Так, что сейчас делаю? Ювелирная работа. Маленькие штучки, дырочки тут у меня. Вот зажимная бусина. Ну, а вообще тут ювелирная. Мусипусечка на мусипусечкина. Тут нужно сюда протянуть две наши лесочки. Вот она спускается. Зажимная тут бусина, совсем крохотная. Вот. Теперь одеваю колечко. Тоже на две лесочки. Я немножечко колечко подзажала. Да, чтобы она не выходила. Вот. Теперь двумя лесочками нам нужно вернуться зажимную вот эту бусину. Снова продеть в лесочку в эту бусину. Вообще ювелирная бусина такая. Мусипусечкина, мусипусечкина. Где тут у меня колечко? Все это все спускаем вниз. Ну вот это вот все нужно зажать вниз, и потом я покажу еще, как я зажимаю. Так, я взяла кольцо, мне надо его отжать. Так. Я его сюда надеваю, на колечко.
колечко и вот цепочку. Это теперь надо зажать. Да, ну не все так гладко получается, поэтому... Выскальзывает немножко. Ну, ничего. Опс. Нужно хорошенечко зажать. Ну что, вот я хорошенечко зажала колечко. Вот колечко. Хорошенечко зажала. Все будет хорошо. Теперь нужно также хорошенечко зажать карабинчик вот сюда. Колечко разжать и сюда. Ну что, вот. Зажала я карабинчик, который закрывается. Все, ну не каждый день зажимаешь. Итак, все готово. Осталась еще одна небольшая маленькая деталечка. Вот сюда нужно будет прикрепить мне бусину. Все, и будет колье абсолютно готово. Вот. Я сейчас прикреплю бусину сюда. Так, вот здесь будет бусина, и все. И колье закончено. Буквально полчаса, ну 40 минут на все. И, пожалуйста, совершенно красивое колье готово. Я сейчас все это соберу, уберу, приберу. Сделаю вот последний этот вот гвоздик. У меня тут есть вот он гвоздик. Сделаю этот самый крючок такой. Вот есть инструмент. Сейчас это все сделаю. Это все подберу, уберу. И покажу, как это выглядит на красивой кофточке. Это шикарный получился такой вот набор. А если есть еще и сережки, вообще шикарно можно сделать еще и сережки из таких звеньев. Великолепно. Будет шикарный набор. И можно сделать еще и браслет. Совершенно легко делается. Просто у меня нет сейчас всех материалов, какие нужно. Но в принципе очень легко все делается. Я покажу. Я соберу эти материалы и обязательно покажу. Сейчас я заканчиваю вот эту вот бусину. Убираю. Все собираю. И показываю, как она выглядит на красивой кофточке. Ну что, вот последний штришок. Это вот одела я вот бусину. Такой вот утяжелитель. Все очень просто. Берется гвоздик, просовывается. Потом делается петелька и все. Зажимается. Все так просто. Вот. Вот кольцо для замочка, и вот сзади будет такая висюлечка. Все, сейчас я показываю. Убираю и показываю. Я тут взяла две кофточки. Вот одна такого цвета. Вот как смотрится. Великолепно. Великолепно еще в центре блестит. Смотрите как. Сзади вот это. Такая цепочечка, вот такое украшение. Можно одеть на что-то, на кофточку.
Вот, а можно и на голую шеечку одеть, вот тоже будет очень красиво. Сейчас я покажу на черном фоне. Тоже на черном фоне. Вот как смотрится красиво тоже. Может быть, такое платьишко снизу. Вот, пожалуйста, такое вот украшение. Вот здесь еще и блестит. Не видно почему-то, но очень красиво.